Госавтоинспекция обновила в этом году автопарк. 38 новых автомобилей «Шкода Октавия» помогут патрулировать улицы нашего города. Все машины приобрели в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы вот в Новый год вступаем сейчас с новым автопарком по линии ГИБДД. За этот год мы оснастили подразделение ГИБДД средним транспортом в количестве 105 единиц. Весь этот автотранспорт у нас распределился по территории обслуживания. В каждый район направлен служебный транспорт для того, чтобы наши сотрудники могли осуществлять надлежащий контроль за дорожной ситуацией на территории обслуживания. Транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Также все автомобили снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Безусловно, основной задачей полицейских на следующем году является помощь нашим гражданам, нашим водителям в соблюдении правил дорожного движения, в надлежащем исполнении тех требований, которые предъявляются на дороге. Ну, конечно же, все меры, которые принимаются по стабилизации дорожной ситуации на территории обслуживания, они принимаются надлежащим образом. Новый автопарк оснащен необходимым дополнительным оборудованием. В экстренных ситуациях все это позволит сотрудникам ДПС действовать максимально оперативно. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».